Всем добрейший краснодарский вечерок. Мы вас приглашаем на матч, который «Краснодар-2» проведет сегодня против казанского «Рубина». В первой лиге важна стабильность. Этой стабильности Краснодар худо-бедно добился. И один из самых стабильных вратарей этого сезона. Не забывайте о том, насколько хорош был Дюпин раньше в российской премьер-лиге. Разумеется, состав «Рубина» по меркам первой лиги очень и очень мощный. Давайте прямо к нему и обратимся прямо сейчас для начала. Дюпин в воротах, 22 номер, 27 Алексей Грицаенко. Пас назад напрашивается, Жилкин. Подача! И нет удара, но зато есть руки Дюпина. И еще удар, перекладина Ндука. Как начинает «Краснодар-2»? Как прям один, как топ на самом-то деле. И вот уже первый удар 10-12 подряд провести на таком уровне. Вот тогда можно будет говорить, что он достиг этого качества. Хороший удар. И опять Марат Абшацев. Из-под ноги защитника. Действительно, удар у него приличный. Многие, наверное, ругали там вратаря хабаровского СКА. Арутюнян. А там в офсайде был, по-моему, Акаронку, но офсайд не фиксируется. Кокшаров. Кокшаров, удар по воротам. Опасно как было. Мне кажется, правильно, что стал бить сам. Был вариант с передачей налево. Но еще раз, вот, пожалуй, отработав впереди, ну-ка еще раз, не было офсайда здесь. Акаронку молодец. Тоже воспитанник Академии Краснодар. Еще удар по воротам. Красивый момент. Это Жилкин ставит приоритеты. Так что сложно здесь. Удар поворотом. Какой момент опасный. Коронкова. Хорошо открылся. Хорошо пробил. И сама атака динамичная получилась. По сути, в два хода. Доставили мяч на чужую половину. Подали с фланга. Кто-то кричит с трибун. Но пошел пока Дюпин. И он был раньше. И посмотрите. Пустые ворота. Пытается перебросить сейчас Дюпина Никита Гетьман. Но в итоге, да, аплодисменты хотя бы за то, что попробовал. Правда, потому что на это надо было еще решиться. Вот это он умеет хорошо. Первые передачи. Начало атаки. Пас на фланг на Самошникова. В своем стиле. Я проходит. Можно бить уже отсюда. Уже удар нанесен. И рядом со штангой. После рикошета мяч уходит за пределы поля. Но это было очень красиво. Молодых игроков много. Могут себе позволить. И перехватывают они мяч. Вот так дела. По штрафную. И удар по воротам. Какой опасный момент. Вот вам удары в створку. Чугура с левой. Не раз его использовали, когда он играл в Краснодаре 2. От Загоев. Выдал передачу хорошую. Отсюда можно пробить уже с линии штрафной. Далековато отпущен мяч. Но он штрафной удар. Фомея. И Агацев. Не стал суетиться. Это правильно. При том, что был рикошет очень удачный на самом деле. Отсюда можно уже и пробить. Колназара бьет! Дюпин! Невероятный Юрий Дюпин. Опять-таки сразу вспоминаются его сейвы не только в Казани. Мяч у Краснодара. Пас на Берснева. Разворот! Ну, под левую. Мяч уже не у него. А Санко не успел к отскоку. Атака продолжается. Жилкин бьет поворотом. Как опасно! Там метр был до штанги. Краснодар наседает. Как будто матч премьер-лиги смотрим. Честное слово. Подает Кабота. Пустые ворота. Гол! Рубин таки забивает. Как и в предыдущем туре, когда в Ульяновске Краснодар пустил свои ворота уже на последних секундах основного времени мяч. От Аслан Дашаева. Он пропускает в самом конце и сейчас. И тоже головой от Фомея. Рубин, конечно, на классе сегодня в итоге выиграл. В нужный момент, вынув из рукава козырного туза с этим стандартом и с прекрасным очередным розыгрышем. То, что не при Рашиде Рахимове на самом деле было наиграно, но то, что активно применяется на протяжении всего сезона.